Всем привет, штат Аризона. Я нахожусь в ликероводочном магазине, ну, алкогольных напитков. Вот здесь вот я показывала в первом видео моем там пиво, ликеры. Вот сейчас вот, например, здесь вот ромы у нас. Цены на ром получаются такие вот различные сорта, так скажем, бутылки. Это вот тоже Малибу ром, ликер. Внизу вот Бакарди. Вот тут вот продают уже готовый коктейль, маргарита, вот. Получается, вот написано, готовый коктейль, prepared cocktails. Ну, тут в основном вот маргарита продается. Тут у нас тоже коктейли тут. Так, здесь у нас водка. Вот там написано кукумбер, это огуречная. Тут вот нарисованный кукурузная, так скажем. Здесь вот большие бутылки на водку. Цены. Вот у нас водка Смирнов тут. Тут вот получается flavored водка. Flavored — это значит добавлением различных ароматов и там вкусов. Вот нарисованы картинки, с чем она там. Например, tropical, вот. А вот персик, вишня. Это тоже водка. Написано three olives. Вот интересно, что там внутри бутылки вот Элвис Пресли нарисован. А вот тут вот Мерлин Монро. Это получается не на этикетке, это внутри бутылки. Здесь вот он получается через жидкость вот видно. А вот водка, русский стандарт. Прям на русском написано Russian Standard. Русскими буквами. Вот цены на них тут. Получается, скидка на них, я вижу, вот зачеркнутся цена рядом. Большая, маленькая бутылка. Так, ну я взяла, посмотреть этот русский стандарт, где оно произведено. Написано, что в Нью-Йорке, но получается, что импортер Russian Standard водка. Получается, в принципе, изготовлено здесь в США, но, наверное, по русскому стандарту, так скажем. Здесь вот столичная водка. Вот тоже столичная. Водка Абсолют. Вот. Тоже Абсолют. Винсент Ван Гог. Ну, вот здесь вот мартини продается. Вермуты.
Вот даже оливки продают, баночки. Здесь это джин у нас. Ну, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки на видео, если вам понравилось. Всем пока!